В Караганде срочно ищут инвесторов для городского зоопарка. Зверинец готова отдать в долгосрочную аренду. При этом бизнесмены должны сохранить его статус и зооколлекцию. К тому же необходимо расширить досуговую зону, сделать ее более привлекательной. Карагандинский зоопарк действует с 1938 года. Он занимает площадь 43,5 гектаров, и только ее пятая часть используется по назначению. Основное здание признано аварийным, его планируют снести. Природоохранная прокуратура провела проверку и выявила многочисленные нарушения. Заведено уголовное дело. По итогам проверки была проведена следующая работа. Получены ветеринарные паспорта на сельскохозяйственных животных в количестве 33 экземпляров. Идентификация остальных животных дикой фауны производится поэтапно. Все поставляемые продукты соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и требованиям.